Я рад приветствовать вас всех, друзья. I'm glad to greet you all, friends. Я недавно был здесь последний раз. I was only recently here last time. Полтора года назад. One and a half years ago. Но в смысле вечности это недавно. But in on the scale of eternity, this is recent. Но я периодически бываю онлайн на ваших служениях. I'm periodically online at your services. И поэтому Bethany Youth. And therefore, Bethany Youth. Приветствую вас. I greet you. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы живые! Я приветствую всех тех, кто вообще, может быть, недавно присоединился или первый раз на этом месте. I greet everyone that maybe joined recently or here for the first time. Бог дал такую возможность, и вы здесь. God gave us this opportunity, and you're here. Может, вы приехали из тяжелых обстоятельств. Maybe you've come from difficult circumstances. Сейчас в хорошем месте. Right now you're in a good place. И я верю, друзья, что для нас это самое лучшее место и время. And I believe, friends, that for us right now is the best time and place. Чтобы использовать для наших отношений с Богом. To use it for our relationships with God. Многие люди приехали в Америку. Many people came to America. И они используют Америку как трамплин. And they use America like a trampoline. Чтобы запрыгнуть на позицию власти. In order to jump to a position of power. Чтобы запрыгнуть на позицию какого-то, может быть, образования. In order to jump to a position of maybe some kind of education. Некоторые используют этот трамплин, чтобы прыгнуть на позицию богатства. Some use this trampoline to jump to a position of wealth. Кто-то, может быть, в семейную жизнь запрыгнуть хочет удачно. Somebody might want to successfully jump into a family life. И это возможно, и в этом ничего плохого нет. And this is possible, and there's nothing wrong with it. Но, друзья, если мы не используем вот это хорошее время, эту хорошую страну, but friends, if we don't use this good time, this good country, для того, чтобы запрыгнуть на новый уровень отношений с Богом, in order to jump to a new level of relationship with God, все остальное не имеет смысла. Everything else is pointless. Библия говорит, если ты приобрел весь мир, the Bible says, if you have attained the entire world, но не запрыгнул на уровень своей собственной души и наслаждения, but you didn't jump to the level of your own soul and enjoyment, нет в этом никакой пользы. There's no use in it. Ни в деньгах, not in money, ни во власти, not in power, ни в удачном браке, not in successful marriage. Поэтому мы сегодня здесь. So we are here today. Для того, чтобы не просто подпрыгнуть. In order not to just jump up. А для того, чтобы Бог просто взял нас и сам понес своими руками. But in order for God just to take us and carry us himself with his hands. У нас очень важная тема сегодня. We have a very important subject today. И это будет не столько проповедь, сколько размышление, семинар. And it's not going to be so much a sermon as much as a pondering or a seminar. Но чтобы понять эту тему, я расскажу одну историю своей жизни. But in order to understand this topic, I want to tell a story from my life. Однажды я познакомился с очень красивой девушкой. I once met a very pretty girl. И как только я увидел, and as soon as I saw her, я понял, что она самая лучшая в этом мире. I understood that she's the best in this world. Я решил, что она будет моей женой. I decided she's going to be my wife. Я решил. I decided. Я сделал все, чтобы это было так для меня. I did everything so that it would be like that for me. Я проявлял все знаки внимания. I showed all the signs of attention. Я добился, чтобы она как-то назад реагировала. I got to the point where she was reacting. И в моих глазах было все идеально. And in my eyes, everything was perfect. Через какое-то время меня забрали в армию. Sometime later, I was taken to the military. Это было закрытое место, ни телефонов, ничего нет. This was an enclosed space, no phones, nothing. Я думал, мне надо писать письма. And I was thinking, I should write letters. Я начал писать письма. And I started writing letters. И вы знаете, что наступил момент, когда я пишу, ответа нет. And you know what, the moment came where I'm writing and there's no response. Одно письмо, второе письмо, третье. One letter, another letter, a third. И чем больше проходило времени, and the more time passed, тем больше я внутренне понимал, что в этой жизни все не так. The more I understood inwardly that in this life everything is not like that. И в конце концов я пошел на отчаянный шаг. And then I went to the final step. По сути, я сделал преступление. In essence, I broke the law. Я пошел туда, где работает связь. I went where the connection works. Это военная связь. This is a military line. Она защищена. Military line, and it is protected. И нужно знать определенные слова. And you have to know certain words. Для того, чтобы с одним центром связался другой центр. In order to one center would make connects with another. Я узнал все эти слова. I found out all these words. Я позвонил в один центр, попросил, чтобы меня с другим I called one center, asked them for them to link я me with another. Я с этим центром меня соединили со следующим. From this center they linked me with the third. И когда я добрался до воинской части в том городе, где жила эта девушка, and when I got to the military base where this girl lived, я представился майором, I pretended to be a назвал major, фамилию,
I named the last И очень строгим голосом сказал девушке, которая там ответила. And with a very strict voice, I told the girl that responded. Немедленно соедините меня с городом. Immediately connect me to the city. Майор Максимов, артиллерия там. Major Максимов from artillery. Она, наверное, испугалась. She was probably got afraid. Она соединила меня с тем номером, который я ей назвал. She connected me with that number that I named. И когда там на том конце я услышал «Алло», And when on that end I heard «Hello», я понял, что самый счастливый человек в этом мире. I understood that I'm the happiest man Я услышал ответ. I heard a response. Я спросил, почему ты мне не пишешь? And I asked, why aren't you writing? Почему все так плохо? Why is everything all bad? И вот здесь она, как все нормальные девушки. And here, just like all the normal girls. Сказала, мне нужно разобраться в себе. She said, I need to find myself. Я был разозлен. I was angry. Я бросил эту трубку. I hung up. Столько усилий. So much effort. Чтобы сказать, я должна разобраться в себе. In order that she says, I need to make sense of Другими myself. Словами, я еще не готова с тобой общаться. In other words, I'm not ready to communicate with you. А в моих глазах у меня было все идеально. But in my eyes, everything was perfect. Я уже был почти женат. I was almost married. А она еще не разобралась. And she hadn't even found не herself. Не то, что со мной. Not even with она me. Она с собой еще не разобралась. She hadn't found herself. Казалось бы, я должен быть злым. It would seem that I should be angry. Но я пришел в свое место, где мы ночевали. But I went to my place where we spent the night. I got on the bed. Я был счастливый человек. I was a happy man. Я улыбался. I was smiling. Знаете почему? You know why? Я услышал ее голос. I heard her voice. И после этого я начал думать. And after this I began to think. Друзья, я вырос в церкви. Friends, I grew up in the Моя church. Христианская жизнь в порядке. My Christian life is in order. Я послушный родитель. I am an obedient Я прихожу to my в церковь. Parents. I come to church. Я знаю все песни почти из песенников. I know almost all the songs from the songbook. Всех проповедников знаю. All the preachers I know. Я знаю молитвенные слова. I know the words of prayer. Я молюсь на коленях. I pray on my knees. Я даже получил крещение Духом Святым. I even received baptism in the Holy Spirit. И я подумал, And then I was thinking, в моем христианстве я делаю все правильно. In my Christianity, I'm doing everything right. Но у меня остался один вопрос. But I have one question left. А слышу ли я голос Божий? Do I hear God's voice? Я говорю ему. I speak to him. Я делаю все правильно. I do everything right. Но слышу ли я голос Божий? But do I hear God's voice? И поэтому сегодня мы будем говорить на эту важную тему. And so today we're going to be speaking on this important topic. Что значит слышать голос Божий? What does it mean to hear God's voice? Как его слышать? How to hear? Что для этого нужно? What do you need for как this? Как говорит Господь? How does the Lord И speak? И как разобраться с тем, что ты услышал? And how to distinguish what you heard? Well, Потому что сегодня сотни тысячи голосов мы слышим каждый день. Because today we hear hundreds of thousands of voices every day. И это не так просто услышать голос Божий. And it's not so simple to hear God's voice. Но у меня есть хороший пример. But I have a great example. У всех у нас есть хороший пример. We all have a good example. Авраам жил в Уре Халдейском. Abraham lived in Ur of the Chaldeans. И в этом Уре Халдейском And in this Ur of the Chaldeans были тысячи богов. There were thousands of gods. И люди поклонялись тысячам богов. And people worshipped thousands of gods. И Авраам был таким же. And Abraham was the same. Он не был от рождения Божьим человеком. He wasn't God's man from birth. Он просто жил как обычный человек. He just lived like a normal man. И он делал все то, что делали обычные люди. And he did everything that normal people did. Он знал тысячи богов и идолов. He knew thousands of gods and idols. И вдруг однажды, And all of a sudden, среди всех этих богов, идолов и обрядов, among all of these gods, idols, and rituals, человек, который не был близок с Богом, a person that was not close with God, он услышал голос Божий. He heard the voice of God. Авраам, Abraham, выходи отсюда. Come out of here. Я хочу с тобой строить особые отношения. I want to build a special relationship Но здесь ты не сможешь. But here you won't be able Я to. Восхищен этим человеком. And I am amazed by this person. Не тем, что он делал. Not by what he did. Мы не знаем, как было его детство и юность. We don't know what his childhood and youth were like. Я восхищен над ним. I'm amazed by one thing. Он способен был слышать голос Божий. He was able to hear the voice of God. И с того момента, как он услышал, что ему сказал Бог. And from that moment when he heard what God said to him. Его жизнь приобрела совершенно новые краски. His life gained completely different colors. Она не стала идеальной. It didn't become perfect. Но эта жизнь приобрела ориентир. But this life received a reference. У него не было беспроблемных жизненных дорог. He didn't have unproblematic roads of life. Но на всех этих дорогах Бог его вел своим голосом. But on all these paths, God led him with his voice. 100 лет он не имел детей и наследия. For 100 years, he had no children or inheritance. И в этом состоянии он способен был слышать голос Божий. And in this condition, he was able to hear God's voice. И этот голос делал его сильным. And this voice made him strong. И однажды, когда
все по сути исполнилось. And once when everything in essence was fulfilled. Родился настоящий сын обетования. A true child of the promise. Он уже вышел из земли неправильный, Ура Халдейского. He already left the wrong land, Ur of the Chaldeans. Бог назвал его своим и стал его Богом. God called him his and became his God. Все было идеально. Everything was perfect. Казалось бы, надо успокоиться. One would seem he should calm down. И он слышит Авраам. Then he hears Abraham. Возьми своего сына. Take your son. И принеси его в жертву. And bring him as a sacrifice. Современный христианин сказал бы, дьявол пошел вон. A modern Christian would say, devil, get out of here. Он бы все употребил слова, которые знает. He would use all the words he knows. Разрушил бы все проклятия. He would destroy all the curses. Использовал бы формулу во имя Иисуса. He would use the formula in the name of Jesus. Все сделал бы. He would do everything. Авраам молчал. But Abraham was silent. Он даже жене ничего не сказал. He didn't even tell anything to his wife. Потому что он знал, это Бог. Because he knew this is God. И вы можете себе представить сердце человека, and can you imagine the heart который of a person все посвятил Богу, that consecrated everything to и God. Он услышал то, что никогда не хотел слышать. And he heard what he never wanted to hear. И он идет со своим сыном на гору. And he's walking with his son to the mountain. И он даже сыну не может признаться, что он должен принести его в жертву. And he can't even admit to his son that he has to bring him to offer him the sacrifice. А сыну было не 3.5 года. And the son wasn't 3.5 years old. He wasn't 13.5. He was around 35 years old. And he asks his dad, where's the sacrifice? This guy's 135, this one's 35. And he says, the Lord will provide. I don't know where the sacrifice is. Я знаю голос. I know the voice. И он сказал, что тебя надо принести. And he said, you are to be offered. Но я знаю Божий характер. But I know God's character. Это неправильно. This is wrong. Поэтому Бог все сам усмотрит. Therefore, God will provide for everything himself. И когда он привел своего сына, and when he brought his son, связал на жертвеннике, and bound him on the altar, и занес нож, and raised the knife, я думаю, что это был самый-самый ответственный момент. I think this was the most responsible moment. Когда человек принял все свои решения, when a person has made all of his decisions, когда он смирился со всей волей Божьей, when he had come to terms with all of the will of God, и он был в процессе действия, and he was in the process of action, вот это был самый сложный. This was the most difficult moment. Когда он должен был еще раз услышать голос Божий. When he had to hear God's voice again. И Бог сказал, остановись. And God said, stop. И это было сильнее, чем услышать, принеси сына в жертву. And this was more powerful than to hear, bring your son as a sacrifice. В этот момент. In this moment. В момент полного непонимания. A moment of complete misunderstanding. Может быть, разочарование и обиды. Maybe disappointment and bitterness. Он услышал Авраам, успокойся. He heard Abraham, calm down. И вы знаете, что мне больше нравится еще этого? You know what I like even more than this? Его сын, который лежал на жертвеннике. His son that was laying on the altar. И видел отца с ножом над ним. Saw the father with a knife. Не визжал. Как визжат многие христиане. He didn't squeal like many Christians squeal. Я разочаровался в Боге. I'm disappointed in God. У меня депрессия. I'm depressed. Мне так плохо. It's so bad for me. Мишку плюшевого у тебя забрали, уже так плохо жизнь закончилась. They took away your teddy bear, now it's all bad. Life is ending. Отец на меня наругал. My dad yelled at me. Моя мама мне не купила, что я хотел. My mom didn't buy me what I wanted. Над тобой отец не стоял с ножом. Your dad didn't stand with you, over you with a knife. Потому что Бог ему сказал. Because God told. Но над этим человеком стоял. But over this person there was one. Исаак встал. And Isaac got up. И он сказал, я этому Богу тоже буду служить. And he said, I'm going to serve this God too. И это было очень сильно. And this was very powerful. Друзья, духовный мир нам непонятен. Friends, we cannot understand the spiritual world. Но вот эта вот связь человека с Богом. But this connection between man and God делает нас особо сильными. Makes us especially powerful. И через нас исполняется его воля на этой земле. And through us God's will is fulfilled on this Поэтому earth. Поэтому мы сегодня не сможем исполнить Божью волю. Therefore, today we won't be able to fulfill God's will. Если наша молитва не будет настоящей молитвой. If our prayer won't be real prayer. Если я вас прошу, кто из вас молится? If I ask you, how many of you pray? Я однажды спросил у себя, ты молишься или нет? I once asked myself, do you pray or not? Я уверен, что все вы поднимете руку. I'm sure you will all raise your hand. Я тогда сказал, да, я молюсь. And back then I said too, I pray, yeah. Я тогда знал, что молитва это разговор с Богом. I knew back then that prayer is a conversation with God. Я задал себе вопрос и его вам задаю. And I asked myself the question and I ask you, слышишь ли ты голос Божий? Do you hear the voice of God? Кто из вас слышит голос Божий, если бы я спросил? Who of you would hear the voice of God if you if I asked you? Из всех тех, кто молится, кто слышит Бога? Of all those that pray, who hears God? И когда я спросил у себя это, and when I asked myself this, я не смог поднять руки. I couldn't raise my hand. Я не смог сказать да. I couldn't say yes. Я тогда сказал сам себе, and then I said to myself, так ты не молишься. Then you don't pray.
Ты просто оставляешь Богу заявку. You're just leaving notes for God. Может быть, Господь, ты захочешь, ты мне это исполни. Maybe God, you want it, fulfill вот this я хочу, чтобы ты тут благословил. I want you to bless я хочу, here. Чтобы ты тут мне дал. I want you to give me stuff но here. Я не знаю, дашь ты мне или не дашь. But I don't know, will you or not. Я просто верю, надеюсь, что, может быть, твоя милость придет. I just believe and hope that maybe your mercy will come. Я оставлял Богу заявку за заявкой. I left a memo after memo to God. И когда Бог отвечал на эти заявки, and when God answered those memos, по своей милости, according to his mercy, я сразу говорил, Бог отвечает на молитву. I instantly said, God is answering prayer. И это было вроде неплохим христианством. And it was seemingly not bad Christianity. Послушайте, друзья, мы можем обольщаться в нашей жизни. Listen, friends, we can lie to ourselves in our life. Я молюсь. I pray. И Бог даже отвечает на мои молитвы. And God even answers my prayer. Но я не слышу его голос. But I don't hear his voice. И такие люди станут перед Богом. And such people will stand before God. И скажут, Господи, Господи. And say, Lord, Lord. Мы твоим именем творили чудеса. With your name we did miracles. Мы молились, ты отвечал. We prayed, you answered. Мы твоим именем изгоняли бесов. In your name we cast out demons. Мы молились, и бесы уходили. We prayed and demons went out. Мы твоим именем исполняли твою волю. In your name we fulfilled your will. И Господь послушает этих людей. And the Lord will hear these people. И скажет, одна беда. And will say, one problem. Я ни разу с тобой не говорил. I never spoke with you. Я не знаком с тобой. I'm not familiar with я you. Я тебя не знаю. I don't know you. Иди туда, где вечное мучение. Go where there is eternal suffering. Я сегодня никого не пугаю. I'm not scaring anyone. Но однажды today. В своей жизни я пережил момент, когда Бог меня просто как все равно толкнул. But at one point in my life, I experienced a moment where God still seemingly pushed me. И в какой-то мере я хочу вас толкнуть. And to some extent, I want to push you. Что толку от твоей молитвы, если ты не слышишь Бога? What's the point of your prayer if you don't hear? Не радуйся тому, что Бог ответил на нее. Don't be happy that God answered it. Ищи более глубоких отношений. Seek deeper relationships. И когда однажды понял, это Господь сказал. And when at one point I understood, the Lord said. Это было не самое лучшее слово для меня. It wasn't the best word for me. Но я был самым счастливым человеком на земле. But I was the happiest man on earth. Господь заговорил. The Lord spoke. И вы знаете, иногда наступают такие моменты, когда ты знаешь, это Господь. And you know, sometimes such moments happen that you know, this is the Lord. Иногда ты это не знаешь, Господь или не Господь. Sometimes you don't know, the Lord or not the Lord. Но исследуя, молясь, ты находишь подтверждение. But while studying and praying, you find confirmation. Все-таки это был Господь. After all, this was God. Иногда ты разочаровываешься. Sometimes you're disappointed. Потому что ты сам себя придумал, а подумал, что Господь. Because you made it up yourself and you thought that it's the Lord. И мы употребляем такое слово белорусское. And we use this word in Belarusian. Тебе наплялось, брат. Тобе наплялось, брат. Но на английский это не переведешь. Это значит, что твой мозг такие сложные схемы придумал. It means that your mind made up some such difficult schematics. Что ты сам себя обманул, что это Бог. That you lied to yourself that this это is God. Это не Бог. This is not God. Поэтому, друзья, сегодня очень важно дальше учиться. Therefore, friends, today it's really important если to continue learning. Если вы меня спросите, всегда ли ты слышишь голос Божий? And if you ask me, do you always hear the voice of God? Я вам скажу, нет, не всегда. I'll tell you, no, not always. Я стараюсь в этом развиваться больше и больше. I try to develop in this more and more. Но исходя из того, что я уже пережил, but stemming from what I already experienced, я могу сегодня стоять и учить и говорить. I can stand and teach and speak today. Потому что я знаю, что это такое. Because I know what that is. Я желаю, чтобы каждый из нас это знал. And I want every one of us to know. Я верю. I believe что здесь есть много людей, которые слышали. That there are many people here that heard. Слышат. And hear. И я воодушевляю вас, продолжайте двигаться в этом. And I inspire you, encourage you to continue to move. Но всех нас я ставлю на один уровень. But I put us all on the same level. Нам нужно еще больше развиваться. We need to develop even more. Я читаю Иеремии. I read Jeremiah. 33 глава. Chapter 33. Начиная с первого стиха. Starting verse 1. Иногда этот текст называют номер телефона Бога. Sometimes this passage is called God's phone number. Иеремия 33:3. Jeremiah 33:3. Но прежде чем читать третий стих, мы первый и второй прочитаем. But before reading the third verse, we'll read the first and second. И было слово Господне к Иеремии второй раз. And the word of the Lord came to Jeremiah a second time. Это слово было тогда, когда он был во дворе стражи. This word was at the time when he was in the court of the guard. Что это значит? What does it mean? Это значит, что он не был в тюрьме. It means he wasn't in prison. Но он не имел свободы. But he didn't have freedom. Он был Божий пророк. He was a prophet of God. И его царь не мог посадить в тюрьму, потому что люди будут возмущаться. And the king couldn't put him in prison because people would complain. И в каждой тюрьме было место, где сидели воины. And in every prison there was a place where the guards would sit. Эти воины ходили на стражу, они сторожили тюремщиков. These guards would go on guard and they would guard the prisoners.
И вот, чтобы народ не бушевал, но Иеремию посадить в тюрьму, and in order for people not to rebel, but to put Jeremiah in prison, царь посадил его туда, где сидели вот эти вот военные. The king put him where these guards were sitting. Поэтому он вроде бы и не в тюрьме был, so he was technically not in prison, но он был все равно под стражей. But he was still under guard. И вот он там сидит, и Бог к нему заговорил. And so he's sitting there and God spoke to him. Вот что сказал Господь. And here's what the Lord said. Так говорит Господь. Thus said the Lord. Который сотворил землю. Who made the earth. Господь, который устроил и утвердил ее. The Lord who formed it to establish it. Господь имя ему. The Lord is his name. Воззови ко мне. Call to me, и я отвечу тебе. And I will answer you. Я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. I will tell you great and hidden things that you have not known. И дальше Бог начал говорить конкретные вещи. And afterwards God started saying specific things. Итак, самое первое, я буду давать несколько принципов, их всего будет 5. And so, first thing, I will give you a few principles. There will be a total of 5. У меня не так много времени, поэтому я буду стараться говорить очень сжато. I don't have that much time, so I'll try to speak in a very compressed manner. А вы старайтесь не спать, не жевать жвачки, внимательно слушать. And you try not to sleep, not to chew gum, but actually carefully listen. Я шучу, я не знаю, спите вы или жуете, но я верю, что будете внимательно слушать. I'm kidding. I don't know if you're sleeping or chewing, but I believe that you will be listening. Самый первый очень важный принцип. So the first very important principle. Для того, чтобы слышать голос Божий, in order to hear God's voice, нам нужно иметь правильное основание. We have to have a correct foundation. С этого начинается общение человека с Богом. The fellowship of man and God begins from this. А знаете, в чем правильное основание? But you know where's the correct foundation? Знать свое место. To know your place. Вот представьте, пришел Господь к Иеремии. Imagine, God came to Jeremiah. И говорит, Иеремия, мне надо с тобой поговорить. And he said, Jeremiah, I need to speak with you. А теперь слушай. And now listen. И он начал говорить. And he starts speaking. Я Господь. I am the Lord. Который сотворил землю. Who has created the earth. Я Господь. I am the Lord. Который устроил и утвердил. Who formed it and established. Мое имя Господь. My name is the Lord. Неужели Иеремия не знал? Did Jeremiah not know? Неужели ему нужно это было объяснять? Did he really need to be explained? Конечно, он знал. Of course he knew. Друзья, и эти слова, friends, and these words были ответом на то, что происходит в его жизни. Were an answer to what was happening in his life. Человек сидит в тюрьме. A man is sitting in prison. Он переживает о своих обстоятельствах. He's worried about his circumstances. Он переживает о народе. He's worried about the people. У него было очень-очень странное откровение. He had a very, very strange revelation. Знаете, как можно сравнить? You know what we could compare it to? Если сегодня встанет пророк в Украине, if today a prophet arose in Ukraine, и скажет, украинцы, and said, Ukrainians, сдаемся русским. Let's surrender to the Russians. Как вам кажется, сколько проживет этот пророк? What do you think? How long will this prophet live? Думаю, недолго. I don't think very long. Вот положение Иеремии. This is the condition of Jeremiah. Он встал среди Божьего народа. He stands among the говорит, people of народ God. Народ Божий. And says, people of God. Идем в плен. Let's go to captivity. Бог нас отдал в плен. God gave us over Мы into captivity. Мы идем в рабство. We're going to Ничего slavery. Не изменится. Nothing will change. Бог сказал, кому плен, плен, кому смерть, смерть, кому меч, меч. God said, captivity to the captive. Death to those for death and sword to those that need the sword. Люди сказали, Иеремия, ты вообще здоровый человек? And they said, Jeremiah, are you even okay? Ты имеешь откровение такое? You have such a revelation. И он в тюрьме сидит. And he's sitting in prison. И он в одном месте говорит, Господи. And in one place he says, Lord. Ты для меня. You for me. Как все равно обманчивый источник. Are still like a deceptive source. Я, наверное, не ту воду пью. I'm seemingly drinking the wrong water. Я, наверное, не в том откровении живу. I'm probably living in the wrong revelation. Что ты делаешь, Господь? What are you doing, Lord? И вот Господь приходит и говорит. And so the Lord comes and says. Иеремия, я остаюсь Господом. Jeremiah, I'm remaining as Lord. Я не буду бегать вокруг тебя. I will not run around you. Я не буду вокруг народа бегать. I won't be running around the people. Я буду исполнять свою волю. I will be fulfilling my will. Я сотворил землю. I created the earth. Я сделал все, как захотел. I did everything as I и wanted. И сейчас делаю, как хочу. And now I do what I want. И у тебя есть два варианта. And you have two options. Быть недовольным и не слушать меня. You could be dissatisfied and not listen Или to me. Или смириться и понять. Or to be humble yourself and understand. Ты ничего не стоишь. You are worth nothing. Я все решаю. I decide everything. Друзья, зачем я это говорю? Friends, why am I saying this? Очень многие люди хотят слышать голос Божий. Very many people want to hear God's но voice. Но стоят не на правильном основании. But stand on the incorrect foundation. Нет смирения. There's no humbleness. Нет понимания Божьей воли.
There's no understanding of Нет God's понимания will. Божьего статуса. There's no understanding of God's status. Им хочется, чтобы Бог был у них рядышком в друзьях. They want God to be right over there near Один in their мой friends. Друг проповедовал. One of my friends was preaching. И он во время проповеди сказал, я вам расскажу, как говорит Господь. And during the sermon he says, I'll tell you how the Lord speaks. И однажды speaks. В субботу проснулся утром. Once on a Saturday I woke сказал, up in the morning. И сказал, Господь, говори ко мне. And I said, Lord, speak to и me. И Господь сказал, иди помой посуду. And the Lord said, go wash the dishes. И я встал такой радостный думать посуду. And I got up so happy, I'm going to wash the dishes. У нас в четверг были гости. On Thursday we had И guests. И четверга это грязная посуда. And this dirty dishes are from Thursday. А моей жены нет дома, она ушла в магазин с подругами. And my wife's not at home, she went to the store with И her friends. И я стою, мою посуду и так радуюсь, как Бог говорит ко мне. And I'm standing washing the dishes, И Господь so happy говорит, how God посмотри speaks в ящик справа. And then God says, look into the drawer on the right. Я смотрю в ящик справа, открываю. I look into the drawer on the right, а там мед I open потек. And there, wow, это хранение. Spilling. Oh wow, this is revelation. And I gathered this honey. Друзья, Бог так сильно говорит. Friends, God speaks so powerfully. И после служения спрашивают, как проповедь? And after the service, they ask, how was the sermon? Я говорю, не дай Бог. I said, God forbid. Это не проповедь. This is not a sermon. Это лишь бы что? This is I don't know what. Ты Бога всемогущего. You have made the Almighty God. Опустил на уровень помощника по кухне. Down low at the level of a kitchen helper. Ты мог проснуться, он живет здесь в Америке. You could have woken up here in America. Ты мог проснуться и сказать, Alexa, что мне надо делать? You could have woken up and said, Alexa, what do I need to do? Okay, Google, что мне делать суббота утро? Okay, Google, what do I need to do? Hey, Siri, что делать? Siri, что делать? Siri, what to do? И тебе скажет она, проснись. And she'll tell you, wake up. Работай по дому. Go do housework. Друзья, Бог не будет на этом уровне. Friends, God will not be on this level. И когда люди говорят, мне Бог сказал. And when people said, God said to me. Иногда мне хочется сказать, какой Бог тебе говорит. Sometimes I want to say, what kind of God is speaking to you? Какой-то другой, но не тот, который в Библии. Some other God, but not the one that's in the Bible. Друзья, многие современные люди хотят Бога держать в своих руках. Friends, many modern people want to пользоваться Божьим откровением для своей выгоды. To use God's revelation for their own profit. Вот мне так выгодно, значит, Бог так сказал. This is profitable for me, that means мне God так said. Невыгодно, значит, Бог так не говорит. It's unprofitable for me this way, that means God Чтобы doesn't слышать speak голос Божий, нужно положить правильное основание. In order to hear God's voice, you need to lay a correct foundation. Ты всего лишь нуждаешься. You are just in need. Ты ничего не стоишь. You are worth nothing. Ты просто смиряешься перед Богом. You are just humbling yourself before God. И в очень таком сильном страхе Божьем. And this is powerful fear of God. Ты ожидаешь, когда Он заговорит к тебе. You await when He speaks to you. Потому что Бог, который превыше неба и земли. Because God that is above heaven and earth. Он будет говорить с тобой и с твоим духом. He will speak to you in His spirit. И когда Бог говорил со своим народом. And when God spoke to His people. Гора дымела. The mountain smoked. Огонь smoking. Горел. The fire was burning. Люди тряслись. People were trembling. Потому что всемогущий Бог Because the Almighty God опустился до уровня came down to the level греховного, поврежденного человека. Of a sinful, damaged man. Поэтому, друзья, Therefore, friends, не верьте тем проповедникам, don't believe those preachers, которые говорят, я не успел встать на колени. That say, I barely got on my knees. И Бог заговорил ко мне. And God spoke. Это бывает как редкое исключение. This happens as a rare exception. Но Бог будет говорить только с тем, кто достоин. But God will only speak to him who is worthy. Бог будет говорить только с тем, кто способен слышать. God will only speak to him who is able to hear. И он не будет смотреть на обстоятельства твоей жизни. And he won't be observing the circumstances of your life. Он будет исполнять свою волю. He will be fulfilling his will. И если ему надо, он будет камни задействовать. And if he needs to, he'll engage the rocks. Если ему надо, он будет ослицу задействовать. If he needs to, he'll engage the donkey. Друзья, поэтому отношения с Богом Friends, therefore, relationship with начинаются God со страха Божьего. Begin with fear of начинаются God. С понимания твоего места и статуса Бога. They begin with the understanding of your place and the status принцип of God. Принцип правильного основания. Have a correct foundation. Следующий принцип. Next principle. Это принцип подготовки. It's the principle of preparation. Господь сказал Иеремии. God said to Jeremiah. Воззови ко мне. Call out to me. Я исследовал еврейский текст, что там написано. I studied the Hebrew text, what is written there. И знаете, что обозначает вот этот вот глагол «воззови ко мне»? And you know what this verb call out to me means? Это значит «обрати, Господи, на меня внимание». It means turn your attention to me, Lord. Привлеки внимание Бога к себе. Attract the attention of God to you.
Вы знаете, человек может привлекать чье-то внимание в нескольких случаях. You know, man can attract, a person can attract somebody's attention in a few circumstances. Одно обстоятельство — это когда тебе не в моготу. One circumstance is when you're incapable. Когда ты умираешь, утопаешь. When you're dying, when you're drowning. Ты будешь звать кого угодно, потому что тебе нужно на себя обратить внимание. You will call to whomever because you need people's attention on you. Ты можешь обращать чье-то внимание в гордости. You can attract someone's attention for pride. Некоторые люди выходят, чтобы себя показать и на других посмотреть. Some people come out to display themselves and to look at others. И они всем видом привлекают внимание. And with their whole appearance, they attract their attention. Все люди ходят с нормальной прической, а у него не понять, что на голове. Everybody has a normal hairstyle, you can't tell what's on that person's head. Зачем тебе такая прическа? Why do you need such a hairstyle? Посмотрите на меня. Look at me. Гордость. Pride. Иногда люди привлекают чье-то внимание из-за выгоды. Sometimes people attract someone's attention for profit. Смотри, смотри, я тебе что-то предложу, купи у меня. Look, look, I'll offer something, buy this from me. Но если человек не имеет корысти, не имеет гордости, у него нет проблемы. But if a person doesn't have selfish ambition or pride, or he doesn't have problems. А добавьте, если человек еще виноват. Or add even if a person is at fault. Если он сделал преступление. If he made a crime. Скажите, как он будет себя вести? Tell me, how is he going to be acting? Как преступники себя ведут? How do criminals behave? Они от всех скрываются. They hide from everyone. Они скрываются от полиции. They hide from, especially from the police. Они скрываются от свидетелей. They hide from witnesses. Они живут тише воды, ниже травы. They live quieter than water and lower than grass. Они виноваты. They are guilty. И вот теперь я прихожу к самому главному. And now I come to the main thing. Кто может сказать, Господи, посмотри на меня? Who can say, Lord, look at me? Тот, кто не сделал никакого преступления. Whoever has not committed a crime. Тот, кто чист. Whoever is clean. Тот, кто не боится. Whoever is not afraid. Давид очень важную мысль сказал. David said a very important thought. Если бы я видел беззаконие в сердце моем. If I had seen iniquity in my heart. 65-й псалом говорит. Psalm 66 says. То он говорит, Бог не услышал бы меня. Then he says, the Lord, God wouldn't hear me. Молись, не молись. Whether you pray or not. Проси, не проси. You ask or don't ask. Бог не будет реагировать. God won't react. Он слышит. He hears. Он все знает. He knows everything. Но когда Господь говорит, или вернее, Давид говорит, Господь не услышал бы меня. But when David says the Lord wouldn't hear это значит, Господь не будет реагировать. It means the Lord won't react. Потому что Он, если начнет реагировать, because if He starts reacting, Он должен тебя истребить. He has to destroy you. Может быть, это странно для вас мысль. Maybe this is a strange thought for но you. Если человек живет во грехе, but if a person lives in sin, и он виновен перед Богом, and he is guilty before God, и он становится на колени, and he stands on his knees, поднимает руки, raises his и говорит, Господь, посмотри на меня, and says, Lord, look я at хочу me. Слышать твой голос. I want to hear your voice. Бог обязан тебя истребить. God is God must strike you, destroy ты преступник. You. You are a criminal. Ты открыл себя. You have revealed yourself. И святой Бог должен отреагировать. And the holy God has to react. И поэтому написано, Господь терпит. And therefore it is written, God is patient. He is silent. Он не реагирует. He doesn't react. И для нас это благословение. And for us it's a blessing. Иногда, друзья, грешники так рады, что Бог не говорит. Sometimes friends, sinners are so happy God doesn't потому speak. Потому что если он заговорит, будет плохо. Because if he speaks, it's going to be и all вот bad. Поэтому, когда Бог говорит Иеремии, воззови ко мне. Therefore, when God says to Jeremiah, call out to me. Это значит, готов ли ты, что я в своей святости прикоснусь к тебе? It means, are you ready that I in my holiness will touch готов you? Ли ты судиться со мной? Are you ready to go to court with me? Готов ли ты терпеть? Are you ready to suffer, to endure? Are you ready to suffer? Друзья, для того, чтобы услышать голос Божий, friends, in order to hear God's voice, нужно быть готовым к этому. You need to be ready for this. Нужно разобраться со своими грехами. You need to deal with your sins. Мы не можем искоренить греховную природу. We can't root out the sinful nature. Но мы можем ее на жертвенник положить. Well, we could lay it on the altar. Мы можем ее обуздать. We can rein it in. Поэтому человек должен очищаться. And therefore a person must be cleansed. Человек должен освящаться. A man must be sanctified. И знаете, что самое главное? And you know what's the main thing? Бог действует через наш дух. God works through our spirit. И поэтому, если вы хотите слышать голос Божий, and therefore, if you want to hear God's voice, начните наполнять себя Божьим словом. Start filling yourselves наполнять with the word of God. Себя мыслями о Господе. Filling yourselves with thoughts about God, наполнять the Lord. Себя какими-то переживаниями. Filling yourselves with some kind of experiences. Потому что Бог будет действовать на основании твоего внутреннего содержания. Because God will work based on your inner content. И очень часто Бог говорит через атмосферу, в которой
атмосфера находится человек. And very often God speaks through the atmosphere in which a person is. И когда Саул попал там, где были пророки, атмосфера пророческого духа. And when Saul ended up where there were prophets, the atmosphere of the prophetic spirit. Он запророчествовал. He started prophesying. Бог заговорил. God spoke. Потому что он был наполнен этой атмосферой. Because he was filled with this atmosphere. Если человек живет во грехе, if a person lives in sin, если он не ходит в церковь, if he doesn't go to church, если он не читает Слово Божье, if he doesn't read the Word of God, если он не исполняется мыслями о Боге, if he's not filled with thoughts about God, друзья, какие будут откровения? Friends, what kind of revelations will there be? Откровения будут из той атмосферы, в которой он находится. The revelations will be from the atmosphere in which he is. Из атмосферы social media. From the atmosphere of social media. Из атмосферы своей боли. From the atmosphere of his pain. Голодный человек увидит видение. A hungry person will see a vision. У нас пришла одна женщина, три дня постилась. We had a woman that came, she was fasting for three days. Она пастору сказала, так тяжело было поститься, так тяжело было поститься. And she said to the pastor, it was so hard, so hard to fast. As never before. И говорит, я увидела видение в конце. And she says, I saw a vision at the end. Я спросила, что ты увидела? And he says, what did you see? Едет поезд. A train is много-много вагонов. Many, many wagons. И вагоны полные белого хлеба. And the wagons are full of white bread. Пастор сказал, иди поешь, сестра. The pastor says, sister, go eat. Твое откровение родилось из твоего голода. Your revelation was born out of your hunger. Ты так хотела три дня не есть. You wanted to not eat for three days. Чтобы so доказать, badly, что ты три дня постилась. To prove that you fasted for three days. Твое откровение из голода. This revelation is out of hunger. Один человек говорит, я вижу видение. One person says, I see a vision. Стоит Христос на лыжах. Christ is standing on skis. Я имею истолкование, братья. I have an interpretation, brothers. Придет зимой. It will come in the winter. Пришествие будет зимой. The coming will be in the Откуда winter. Рождаются такие откровения? Where do these revelations come from? Из той атмосферы, в которой живет человек. From that environment with the Может, person ему сноубординг нравится. Maybe he likes to snowboard. И вот очень часто, друзья, and so, very often, люди friends, попадают в обольщение. People end up in deception. Им кажется, что Бог говорит. They think that God speaks. Но это не Бог. But this is not God. А это та атмосфера, в которой находится. This is that environment where they are. И я не раз попадал в эту ситуацию. And I've been in this situation more than once. Когда ты стоишь у постели больного человека. When you're standing by the bed of a sick person. Ему 40 лет. He's 40 years old. У него рак. He has cancer. Ему врач говорит, тебе стало жить от года до 20. And the doctor says you have between 1 and 20 years left Никто to live. Никто не знает, сколько ты проживешь. No one knows how long you'll live. У него уже 3 месяца температура 39 и уходит. He has a high fever for 3 days, he's not walking. У него два маленьких ребенка. For 3 months. He Молодая has two жена. Little children, a young wife. Он служитель церкви. He's a minister in the church. И когда ты попадаешь в эту атмосферу, and when you end up in this environment, когда ты все это видишь, when you see all of this, и говоришь, давай помолимся, and you say, let's pray, словил себя в молитве, I caught myself in prayer, что мне показалось, that it seemed to me, что Бог сказал, не переживай, that God said, don't worry, все будет хорошо, everything will be fine, будет здоров, he'll be healthy. И я так хотел это сказать, and I wanted to say this so badly, но я остановился и сказал, Господь, but I stopped and said, Lord, говорит ли во мне Твой Дух, does Your Spirit speak in me, или просто вот эта атмосфера, or just this environment, мне жалко. I feel bad. Мне так хочется, чтобы было лучше. I want so badly that things Может will быть, get better. Это не откровение. Maybe this isn't revelation. Может быть, атмосфера родила желание. Maybe the atmosphere birthed the desire. Я сказал, Господь, я сейчас промолчу. I said, Lord, I will stay silent Но я пойду right домой, now. Я буду молиться. But I will go home and I'll pray. Несколько дней возьму для молитвы за этот человека, за эту семью. I'll take a few days to pray for this person, this family. Если это твой голос, if this is your voice, подтверди. Confirm. Дай мне знак. Give я приеду назад и его скажу. I will come back and tell him. Но если это не твой голос, but if this isn't your voice, дай мне другой знак. Give me a different sign. Бог мне дал знак. God gave me a sign. Это не было откровение. It wasn't a revelation. Это была атмосфера, которая родила, как все равно откровение. This was an environment that gave birth to seemingly the revelation. Поэтому, друзья, столько много откровений на самом деле не от Бога. Therefore, friends, so many revelations are in reality not from God. Они рождаются в той атмосфере, в которой находится человек. They are birthed in that environment in which a person is. И поэтому. And therefore, для того, чтобы Господь начал говорить, in order for the Lord to start speaking, Он сказал Иеремии, «Воззови ко мне». He said to Jeremiah, «Call out to me». Это значит, избавься от греха, чтобы я с тобой говорил. It means get rid of sin, so I would speak with you. Это значит, встань на ту территорию, где все
под властью моего слова. It means get in that place where everything is in the under the authority Начни of God. Начни общаться с Божьими людьми. Start fellowshipping with God's Начни people. Начни поститься. Start fasting. Начни искать откровений. Start seeking revelations. И эта атмосфера Божьего присутствия. And this environment of God's presence. Будет местом, в котором говорит Господь. Will be a place where the Lord speaks. Поэтому, друзья, я не верю в откровения людей. Therefore, friends, I don't believe in revelations of people. Которые ведут расхлябанный образ жизни, такой фривольный. That live a loose, free will style of life. Они в Библии могут запутаться. They can get lost in the Bible. Они много анекдотов знают. They know a lot of jokes. Они ржут на весь свет. They laugh at the entire world. У них social media каждый день 5 постов или 6. They have 5 or 6 posts on social media every day. И они потом говорят: у меня есть слово от Бога. And then they say, I have a word from God. Я очень-очень осторожно отношусь к такому слову от Бога. I have a very, very careful attitude to this Откуда kind of word оно of God? Родится? Where was it born? Из смешных историй? From funny stories? Оно родится из простора интернета? Will it be born from the expanses of the internet? Откуда родится откровение? Where is the revelation going to come from? Я видел серьезных духовных людей и до сих пор их вижу. I've seen serious spiritual people and I still see them. И мне кажется, что они не от мира этого. I think they're not of this world. Они не знают новостей. They don't know the news. Они не знают имен политиков. They don't know the names of the politicians. Они не разбираются в спорте. They know nothing of sport. Не все в музыке понимают. They don't really understand music. Потому что у них другая атмосфера. Because they have a different environment. У них атмосфера Божьего присутствия. They have an environment of God's presence. Поэтому я не хочу, чтобы вы были там или Не пророчествуй, что вы будете все великими пророками и людьми духовных даров. So I'm not foretelling that you will be all great prophets or people with huge gifts. Я не говорю, откажитесь от social media, от всего откажитесь. I don't say let go of all social media and everything. Я говорю о принципе. I'm talking about the principle. Если ты хочешь получить откровение для своей жизни, if you want to receive a revelation если ты хочешь, чтобы Бог заговорил, if you want God to speak, найди минимум, find the minimum, избавься хотя бы на какое-то время, get rid at least for a time, удели этому усердие. Put in effort, diligence into this. Написано, отыскивай как золото, как серебра. It is written, seek it as gold, as silver. И тогда найдешь познание Бога. And then you'll find the knowledge of God. Это условие. These are conditions. Воззови ко мне. Call out to Это me. Значит, обрати, Господь, на меня внимание. It means, Lord, take heed of me. Я I've все сделал. Me. I've done everything. Я старался. I tried. Поговори со мной. Speak with me. И Бог будет говорить. And God will speak. Потому что в атмосфере Его присутствия. Because in the environment of His presence. Бог говорит обязательно. God necessarily speaks. Третий принцип. Third principle. Это принцип получения информации. This is the principle of receiving information. Он сказал, я отвечу тебе. He said, I will respond я to you. Дам I'll тебе ответ. I will give you an answer. Что значит дать ответ? What does it mean to give an answer? Это значит получить информацию от Бога. It means to receive information from God. И нам кажется, так класс. And it seems to us so nice. Все не так просто. Everything is not so simple. Знаете, как Павел объяснил вот этот вот процесс получения откровения? You know how Paul explained this process of receiving revelation? Он подумал о вечности. He thought about eternity. Он подумал о Царстве Божьем. He thought about the kingdom И of God. И он пишет. And he writes. Ни один глаз не видел. Not a single eye has seen. И ни одно ухо не слышало. And not a single ear has heard. Я перефразирую. I am paraphrasing. Человеческий глаз и ухо не смогут понять. A human eye and ear will not be able to comprehend. Физическому глазу, физическому уху это недоступно. It's unattainable for the physical eye and ear. То, что Бог приготовил любящим Его. What God has prepared for those who love Him. Поэтому Павел пишет, никто никогда не может увидеть и услышать, что Бог приготовил. So Paul writes, no one can ever see or hear what God prepared. У вас нет проблем с этим? Do you not have problems with this? У меня есть. I have some. Если я не могу видеть и не могу слышать. If I can't see and I cannot hear. Как жить? How do I live? И Павел говорит. And Paul says. А Бог нам это. But for us. Открыл духом. God has revealed this through the Spirit. Мы не видим, не слышим, но духом знаем. We don't see, don't hear, but we know in the Spirit. И он показал очень важный принцип. And he showed a very important principle. Духовная информация не имеет формы. Spiritual information doesn't have a form. Она не имеет слов. It doesn't have words. Она не имеет картин. It doesn't have imagery. Она не имеет никаких ощущений. It doesn't have any tangibles. Духовная информация. The spiritual information. Приходит от Бога в дух человека. Comes from God into the spirit of man. Возрожденный дух человека. Into a revived spirit of man. И она должна приобрести форму. And it has to take on a form. Поэтому
Therefore, Бог говорит многообразно, God speaks in many ways, разным людям, to different people, и не всегда одинаково. And not always in the same way. Почему? Why? Потому что духовная информация не имеет физической формы. Because spiritual information does not have a physical form. И уже человек выбирает. And the person already is the one that chooses. Эту информацию в слова облечь. To encase this information into words. В видение ее понять. Or to understand it in vision. Это зависит от человека, от его темперамента. It depends on a person, on their temperament. Это зависит от его фантазии. It depends on their fantasy. Это зависит от человеческой природы. It depends on the human nature. И в этом и есть красота. And here is the beauty of God's action. Бог не действует по шаблону. God doesn't work on a template. Но его духовная информация приходит дух. But his spiritual information comes into the spirit. И он говорит, я отвечу. And he says, I will answer. И это не значит слова. It doesn't mean words. Это значит, Бог тебе даст понять. It means God will let you understand. Иногда его ответ это измененные обстоятельства. Sometimes his answer is changed circumstances. Божий ответ это через обстоятельства. God's answer is through the circumstances. Я не раз получал такие ответы от Бога. I've received such answers. From God у меня нет слова, I don't have a word, у меня нет понимания, I don't have an understanding, я молюсь, I'm praying, и я просто вижу, как изменяются обстоятельства. And I'm just watching as circumstances change. Бог так говорит. God speaks this way. Иногда Бог говорит через разного рода духовное проявление. Sometimes God speaks through various forms of spiritual expression. Человек может быть восхищен на небо. A person can be taken to heaven. Человек может видеть сны. A person might see dreams. Видение видеть. Or see a vision. Очень по-разному Бог дает эту информацию в дух. God gives this information to the spirit in different ways. Иногда эта информация приходит через людей. Sometimes this information comes through people. Иногда Бог комбинирует все эти способы. Sometimes God combines all of these methods. Иногда Бог говорит тебе через твои же ощущения. Sometimes God speaks to you through your own feelings. Иногда это Божье слово тебе говорит. Sometimes it's God's word that speaks to you. И вот поэтому, друзья, and therefore, friends, из-за того, что духовное не имеет физической формы, because the spiritual doesn't have a physical form, мы должны быть очень осторожными, we have to be very careful, когда приходит откровение, чтобы ему дать правильную форму. When the revelation comes to give it a correct form. Я вам скажу правду. And I'll tell you the truth. Это всегда риск. This is always a risk. Ты никогда не уверен. You're never sure. И те люди, которые слышат голос Божий постоянно, and those people that hear God's voice all the time, они каждый раз не уверены. They're every time they're not sure. Потому что так Бог установил. Because that's what God has established. Чтобы человек не относился к этому халатно. In order for a person not to treat it nonchalantly. Чтобы он всегда был очень осторожен. So that he would always be very careful. Всего лишь одна история. Just one story. Я однажды молился, сказал Господь, я хочу еще глубже строить с тобой отношения. I once was praying, I said, Lord, I want to build relationships with you even deeper. Я получаю откровение. I receive a revelation. Но я хочу, чтобы ты мне какую-то явную картину показал. But I want you to show me like some kind of vivid picture. Я дома. I'm at home. И мне звонит один пастор из другой страны. And one pastor from a different country calls me. И он говорит, я хочу, чтобы ты приехал к нам и провел семинар на определенную тему. And he says, I want you to come to us and do a seminar on a certain topic. Говорю, хорошо. I said, okay. Я помолюсь, я поищу внутреннее видение, я тебе дам ответ. I'll pray, I'll seek an inner vision, I'll give you an answer. Я помолился. I prayed. И я не имел ответа, да или нет. And I didn't have an answer, yes or no. Когда приходит такое, я думаю, ну если Бог не сказал нет, when such a thing comes, I think, if God didn't say no, то что мне мешает сделать? Then what is in my way from doing it? Да, если Бог не сказал да, and but at the same time, if God didn't say yes, я ничего плохого не делаю. I'm not doing anything bad. Бог не сказал нет. God didn't say no. Этот пастор звонит. And this pastor calls. И я ему говорю, я не уверен. And I tell him, I'm not sure. И он говорит, надо, это очень важно, у нас нужда в церкви. И он меня убедил. And he says, we need it, this is important, we have a need in the church. And he convinced me. И когда он меня убедил, and when he had convinced я сказал, все, отлично, приеду. I said, okay, wonderful, I'll come. Мы взяли календарь. We took a calendar. И мы согласовали дату. And we agreed on a я date. Я посмотрел, как туда добраться. I checked out how to get there. Все было решено. Everything was decided. И он мне сказал, пришли фотографию. And he says, send me a picture. Мы сделаем flyer. We'll make a flyer. Мы сделаем рекламу. We'll make мы соберем разные церкви. We'll gather all sorts of это churches. Будет много людей. This will be a lot of people. И все будет супер. And everything will be awesome. Я думаю, окей. And I was thinking, okay. И я начал искать фотографию. I started looking for a picture. Ну, не сразу. Not right away. День прошел, другой прошел. One day passed, и он two мне days. Пишет, эй, Гай, уже все готово, уже типография ждет печатать. And he's writing, everything is ready, the typographers are waiting и когда я сел конкретно искать фото, and when I sat down to look for a picture, я почувствовал, что мой дух
волнуется. I felt that my spirit is troubled. Я что-то делаю неправильно. I'm doing something wrong. Я начинаю молиться. I start praying. Я понимаю, что что-то не так. And I understand that something is wrong. Но Бог не говорит нет. But God isn't saying no. Я вспомнил, что я просил, Боже, помоги мне. And I remembered, I asked God, help me. Покажи, как ты действуешь. Show me how you work. Я тогда сказал, Господь. And I said then, Lord. Я думаю. I think. Что это от тебя. That this is from you. Я не должен туда ехать. I shouldn't go there. Если это было от тебя, if this was from you, и я не поеду, and I don't go, не наказывай меня сильно. Please don't punish me too much. Но если ты хочешь, чтобы я не ехал, but if you want me not to подтверди. Go, confirm it. Я решил, фотографию не буду искать. And I decided I won't look for a picture. Я звоню этому пастору. I call this pastor. Я должен извиняться. I have to apologize. Мы все решили, они все делают, и я скажу, я не приеду. We decided everything, they're doing everything. I said I won't come. И я сказал, послушай. And I said, listen. У меня какое-то внутреннее понимание, I have some kind of inner understanding, что я не должен ехать к вам. That I shouldn't go to you. Я, конечно, извиняюсь. I apologize, honestly. И вот оно первое подтверждение. And here's the first confirmation. Он говорит, послушай внимательно. He says, listen carefully. Ты не должен извиняться. You don't need to apologize. Если это Господь, мы все отменяем. If this is the Lord, we cancel Никаких everything. Проблем. No problem. Все, все разрушено. We're destroying everything. Я подумал, о, это хорошо. And I was thinking, wow, this is good. И я сижу дома, and I'm sitting at home, а сомнения, что есть. But you know, you have doubts. Я согласился. I agreed. Я думал, что это от Бога. I thought this is from God. Я заволновался. I got worried. А может, у меня наплелось в голове там что-нибудь. Maybe my head just может, я зря отменил. Maybe I canceled for Тут no reason. Тут лукавый приходит. Here comes the evil one. Ты же даже заработал бы на этом You could have even earned money on Ну, явно тебе, конечно, благословили бы. Obviously, it would be a blessing for you. Я честно сказать. And honestly, я был разбит, я сказал, Господь. I was crushed. I said, Lord. Дай мне еще понимание. Give me more understanding. Я знаю, что я больше склонен что-то от тебя. I know that I'm leaning towards it being from you. И вдруг телефонный звонок. And all of a sudden, a phone call. Я поднимаю трубку. I pick up. И звонит одна сестра. And a sister's calling. И она мне говорит, мне she, Бог сказал для тебя передать откровение. And she says, God told me to pass on a revelation to you. Ты должен быть в другом месте. You need to be in a different place. Это от меня. This is from me. Фух, я положил трубку, аллилуйя. Фух. Я должен быть в другом месте. I hang up, hallelujah, I need to be in a different place. И опять успокоился. Again I calmed а down. А где? But where? И когда мне еще раз позвонят, and when I get another call, почему я буду уверен, что это другое место? Why am I going to be confident that Может, this is a сатана different place? Мне сейчас искушение подбросит. Maybe the devil sent me a temptation right now. И я начал молиться. And I started praying. И вдруг мне на память пришла одна женщина. And suddenly I remembered one woman. Она посвященный Богу человек. She's a person dedicated to God. Она одинокая. She is lonely. Всю жизнь посвятила Господу. She dedicated her whole Она life в возрасте. She is of age. Она уехала миссионером в другую страну. She went as a missionary to a different Она country. Занимается там библейской школой. She works in Bible school ни there. С того ни с сего промелькнула мысль. Out of nowhere, a thought just came. Я даже не заметил. I didn't even notice. Но вечером она мне звонит. But in the evening she calls me. Не звонила пять лет. Hadn't called for five years. И вдруг она мне звонит. And suddenly she calls. Она говорит, послушай, у меня есть проблема. And she says, listen, I have a problem. Я говорю, Вероника ее зовут. And I said, her name is Veronica. Я говорю, Вероника, у тебя нет проблемы. I said, Veronica, you don't have a problem. Я знаю, что ты хочешь мне сказать. I know what you want to ты tell хочешь me. Меня пригласить в свою школу. You want to invite me to И your я Bible тебе school. Скажу, на какие даты. And I will tell you which dates. И я называю те даты, в которые должен был уехать. I named those dates when I had to leave. Я приеду к тебе. I will come мне to Бог you. Сказал, что должен быть у тебя. God said I need to be there. И она заплакала. And she started crying. Она говорит, я никогда не ожидала. She said, I never expected. У меня резко получилась форточка. I just мне нужно было, чтобы кто-то приехал. I needed someone to come. Я обзвонила всех. I called everyone. И я в последнюю очередь подумала о тебе. And in the end, I И я решила, что ты точно не приедешь. And I decided that you for sure won't Но думаю, come. Вдруг. But I was thinking, what if? И ты мне говоришь, Бог сказал. And you said, the God said. Ей нужно было укрепление. She needed strengthening. Потому что когда заехал туда, Because when I came there, я увидел, что она уже устала немножко. I saw that she had tired Я увидел, of что у нее опускаются духовные руки. I thought her, I saw her spiritual И через hands тот факт, already. Что Бог проговорил ко мне, And through the fact that God spoke И я to приехал me, туда, она ободрилась. I came there, she was encouraged. Смотрите, друзья, я искал себе слово. Look, friends, I saw a word я within искал, myself. Чтобы мне не запутаться. I was looking to not get confused. Но Бог не действует только с But God doesn't work only with Он сказал, я отвечу. He said, I will answer. Он ответил мне. He answered me. Он использовал того пастора. He used that pastor. Потому что он духовный человек. Он сказал, у него проблем. Я знаю, что такое Господь. Все.
Because he's a spiritual man, he said, oh, no использовал problem. Пророка, который говорит, я должна тебе сказать, что ты должен быть в другом месте. He used a prophet said, I have to tell you that you need to be in another Он place. Использовал студентов библейской школы. He used the Bible school. Он student. Использовал других преподавателей, которые сказали, не могу, не могу, не могу. He used the other instructors that said, I can, I can't. Ему I can't. Нужно было эту девушку или женщину довести до состояния, когда ей плохо. He had to take this woман to the condition where she is feeling bad. Чтобы ободрить и сказать ей, так Бог в твоей жизни руководит. In order to encourage and tell her this is how God was directing your life. И когда ты оборачиваешься назад, and when you look back, я понимаю, что Божий ответ. I understand that God's answer. Это не просто слово. It's not just a word. Это духовная информация. It's spiritual information. Которая не имеет формы. That has no form. Но когда она начинает приобретать форму, but when it begins to take on a form, Бог действует не только в твоей жизни. God works not only in your life. Он действует в жизни многих людей. He works in the lives of many people. Ты можешь не понимать даже. You might misunderstand completely. И поэтому Павел говорит, Бог открыл духом. And therefore Paul says God revealed in the Spirit. И поэтому каждый раз мы будем сомневаться, Бог это или не Бог. And therefore every time we'll doubt, is this God or Но not? Бог будет подтверждать. But God will confirm. Бог будет укреплять. God will strengthen. Бог будет благословлять. God will bless. И мы в конце увидим интересную работу. And in the end we'll see an interesting work. Не просто Бог сказал. Not just God said. Четвертый принцип. Fourth principle. Это принцип правильного истолкования. Is the principle of correct interpretation. Я буду очень быстро. I'll be very quick. Откровение имеет три стадии. Revelation has three stages. Первая стадия — информация. First stage is information. Это просто информация. It's just information. Она ничего не значит. It means nothing. Если ее не объяснить. If you don't explain it. Так вот, когда Бог дает откровение, Он дает информацию. So when God gives a revelation, He gives information. Информация приходит от Бога. Information comes from God. Следующая ступенька. The next step. Истолкование. Interpretation. И самое главное. And the main thing. Истолкование тоже должно прийти от Бога. Interpretation also has to come from God. И только потом третья ступенька. And only then the third step. Применение. Application. Это то, что ты должен делать. That's what you have to do. Информация от Бога. Information from God. Истолкование от Бога. Interpretation from God. Применение от тебя. Application from you. Запомните это. Remember this. И вот это очень важно. And this is very important. Когда Иисус говорил притчами, Он сказал, я вам расскажу притчу о сеятеле. When Jesus spoke in parables, He said, I'll tell you a parable about a sower. Вышел сеятель сеять и посеял. Он рассказал информацию. A sower came to sow, and he sowed, and he told the information. Эту информацию знали все. Everyone knew this information. Они знали, как сеятель сеет. They knew how a sower sows. Они знали, что если семя упадет при дороге, то его птицы поклюют. They knew that if seeds fall by the road, the birds will peck it. Для учеников эта информация не имела никакого глубокого смысла. For the disciples, this information didn't have any deep meaning. Просто информация. Just information. Иногда, друзья, откровения не имеют очень глубокого смысла для нас. Sometimes, friends, revelation doesn't have a deep meaning for us. А потом Иисус начал истолковывать. And then Jesus began to interpret. Он сказал, теперь послушайте. He said, now listen. Что это значит? What does this mean? Семя — это Слово Божье. The seed is the word of God. Сеятель — это Господь. The sower is the Lord. Почва — это твое сердце. The soil is your heart. И вот если Бог And if God свое семя поместил в твою почву, put his seed in your soil, а твое сердце — это как дорога, это как камень, and your heart is like the road, like a rock, то что будет с этим словом? Then what is this, what's going to happen to this Смотрите, word? Простая информация про сеятеля. Look, simple information about a sower. Приобрела смысл, который Бог в нее вложил. Obtained meaning that God had laid into it. И ученики, когда это все услышали, and when the disciples heard of all они знали, this, что им нужно делать. They knew what they had to do. Им нужно работать со своим сердцем. They had to work with their heart. Друзья, это очень важно. Понимать. Friends, this is very important to understand. Если тебе пришла информация, if information came to you, она пришла от Бога, it came from God, не спеши, don't rush, жди истолкования, wait for an interpretation. Я вам скажу, много информации, которую я верю, я получил от Бога. And I will tell you a lot of information that I believe I received from God. Я отложил и сказал, Господь, I put it aside and Пока said, Lord, ты не истолкуешь, я с этой информацией ничего не буду делать. Until you interpret it, I will do nothing with this Потому information. Потому что можно наделать ошибок. Because you can make mistakes. Не тому человеку сказать. Not to say не things to the right рассказать. Person. Say something Иногда wrong in a wrong way. Иногда молюсь об откровении для проповеди. Sometimes I pray for revelation for a Еще sermon. Один пример. Another example. У меня такая хорошая проповедь получилась, мне очень понравилось. I have such a nice sermon that came out, I really liked it. Но знаете, в этой проповеди не хватало какого-то одного момента, одного элемента. But you know, this sermon was lacking one element, one moment. Как все равно у тебя есть цепочка, но не хватает замочка, чтобы она была кругленькая. As if you have a necklace and you're missing one link for it to be И мне эта проповедь так понравилась. And I really liked this sermon. И я думаю, буду проповедовать в среду. And I was thinking, I'll preach it on Wednesday. Но вот этой части не хватает. But this part is lacking.
И я в среду приготовил другое слово. And on Wednesday I prepared a different Думаю, на воскресенье ставлю. I'm thinking I'll leave it for Sunday. В воскресенье я готовлюсь, не хватает этого момента. On Sunday I'm preparing, I'm я готовлю другую проповедь. I prepare another sermon. И потом я уже перестал ее готовить. And then I stopped preparing Новую прошло два месяца. A new one 2 months passed. Я поехал с родителям своей жены. I went with the parents of my wife. И остался на ночевку. And stayed for the night. Не планировал, но остался. I didn't plan to, but I stayed. Это было с субботы на воскресенье. This was from Saturday to Sunday. И мы с женой пошли в церковь. And we went Не планировал быть в этой церкви. Didn't plan to be in this church. И когда я пришел, служители увидели, что я пришел. And when I came, the minister saw that I came. Они говорят: «О, поделись словом». They said, "Oh, share a word." И я знал, каким словом я буду делиться. And I knew which word I'm going Ту проповедь, которую я готовил, я нашел недостающий элемент. That sermon that I was preparing, I found the missing piece. Просто вот как яркий свет. Just like a bright light. Я сказал, да, конечно. I said, yes, of course. Я делился этим словом. I shared this word. И встает пастор. And a pastor Он говорит, видит Бог. And he says, мы не договаривались. The Lord sees, we didn't agree. Брат пришел утром. The brother came in the morning. Он не знает, что мы 3 дня в посте. He doesn't know that we were fasting Он for 3 days. Он не знает нужду нашей церкви. He doesn't know the need of our church. Он ничего не знает. He knows nothing. Братья и сестры. Brothers and sisters. Кто получил ответ через эту проповедь на нашу нужду? Who received an answer through the sermon for our need? И все люди подняли руку. And all the people раised their hands. И знаете, что мне надо было сказать: "Вау". And you know what? I had to say, "Wow". Но мне было немножко страшновато. But I was a little afraid. Я сказал: "Господь". I said, "Lord". Это такая ответственность. This is such a responsibility. Готовить проповедь. To prepare a sermon. Это такая ответственность. It's such a responsibility. Чтобы ее в нужный момент, в нужное время. In order to put it in the correct moment, correct time. Чтобы это было твое истолкование для этого. So that it would be your interpretation for this people. Поэтому, друзья, информация ничего не значит. Therefore, friends, information means nothing. До тех пор, пока не будет истолкования. Until there's an interpretation. И когда Бог дает информацию, дает истолкование. And when God gives an information and interpretation. Только тогда есть применение. Only then there's application. Я вам сейчас скажу, что происходит сегодня. I'll tell you right now what's happening today. Очень многие люди увлеклись книгой Откровения. Very many people had got carried away with the Book of Revelation. Знаете, что у них есть? You know what they have? У нас есть информация. We have information. Информация про всадников, информация про печати, информация про трубы, все есть. We have information about the seals and about the horsemen and about the trumpets, everything. Но знаете, чего нам не хватает? But you know what we are lacking? Нам не хватает истолкования от Бога. We are lacking an interpretation from God. И уже эту книгу Откровения так истолковали. And this book Revelation has been interpreted so much. Уже эти всадники все прошли 7 по 5 раз. These horsemen already walked by 7 times. Уже эти печати были распечатаны и запечатаны. These seals were unsealed and resealed. Уже люди антихристами делали всех мировых лидеров. All the world leaders have been made into antichrists. И до сих пор делают их антихристами. And they're still being Я вижу, что нет от Бога откровения. I see that there is no revelation Еще Бог from не показал, что это значит. God hasn't shown yet what Но я верю, means. Друзья, But I believe, что friends, однажды эта информация, that at one point this information, которую мы имеем сегодня, that we have today, в книге Откровения, in the book of Revelation, она однажды живет. It will come alive one И мы time. Очень конкретно увидим. And we will very clearly see. Бог никогда не оставит свою церковь в незнании. God will never leave his church in the dark. И тогда мы все увидим. And then we'll see everything. Мы все поймем. We'll understand everything. И это сделает нас способными пройти последнее время. And this will make us capable to walk through the нас last days. Нас или поколение будущего. Us or the future generation. Но Бог никогда не держит церковь в темноте. But God never keeps the church in Поэтому the dark. Поэтому молите, чтобы Бог истолковал. Therefore pray that God would interpret. И последнее, принцип применения. And the last, the principle of application. Если Бог дает слово, If God gives a word, никогда нельзя его останавливать. You must never stop it. Применяй. Apply it. Применяй в свою жизнь. Apply it in your life. Применяй в жизнь других людей. Apply it in the life of other Здесь people. Нужно иметь мудрость. Here you need wisdom. Особенно, если Бог дает откровение для кого-то. Especially if God gives a revelation for А если someone. Для тебя, if it's for you, это огромная ответственность. Then it's a massive responsibility. И смотрите, что мы должны понимать. Look what we have to understand. Если мы попросили у Бога слово, if we ask God for the word, то мы должны понимать, that we must understand, что мы обязаны его исполнить. That we are responsible that we must fulfill it. Потому что Бог не балуется. Because God doesn't mess around. И нельзя баловаться с Богом. And you can't mess around Дай мне, with God. Господи, слово. God gives me, give me a word. Зачем? Why? Я подумаю, исполню я его или не исполню. I will think, I might fulfill it, might not. Как вам кажется, даст Бог слово или нет? What do you think? Will God give нет, a word or not? Он не балуется. No, he doesn't mess around. Но когда мы говорим, Господь, дай слово. When we say, Lord, give me Господь a word. Говорит, о, есть человек, который исполнит мое слово. The Lord says, wow, there's a person that И он will fulfill дает my это word. Слово. And he gives this word. И он ждет. And he waits. Что исполнится его воля. That his will be fulfilled. И поэтому. And therefore. Господь сказал Иеремии. God said to Jeremiah. Иеремия.
Jeremiah. Если ты научишься извлекать драгоценное из ничтожного. If you will learn to extract the valuable from the invaluable. Если ты увидишь мое слово. If you see my word. Если ты поймешь, что я проговорил тебе. If you understand what I said to you. Знаете, что он сказал? Это 15 глава, 19 стих. You know what he said? This is chapter 15, verse 19. Он говорит: ты будешь как мои уста. He said, you will be as my lips. Бог даст тебе право говорить от его имени. God will give you the right to speak in his name. И он говорит, тот народ, and he will be my который people, тебя ненавидит, the people тот that народ, hate который you, тебя в тюрьму посадил, the people that put you in prison, написано, они сами будут приходить к тебе. It is written they themselves will come to you. А ты не будешь ходить к ним. And you won't go to потому them. Потому что так действует Божье слово. Because that's how God's word и пророк works. Исаия говорит, and the prophet Isaiah says, Господня the word of the Lord как дождь is like rain. Если Бог выпустил слово, if God releases если the word, дождь пошел, if rain went, ты не сможешь его затолкнуть на небо назад. You can't push it back into heaven. Обязательно попадет землю. It will necessarily и будет fall on плод. The earth, and there will be a fruit. Поэтому, если ты ищешь откровение, therefore, if you're seeking a revelation, и Бог дал тебе откровение, and you, and God gave you a revelation, дождь пошел, the rain went, его не отменить. You can't cancel it. Это откровение должно дойти до конца. And this revelation has to get to the end. И я верю, что мы с вами будем за это ответственны. And I believe that we will be responsible for this. Давайте помолимся, друзья. Let's pray, friends. Время очень быстро идет. Поднимемся на ноги. The time flies quickly. Let's rise on our feet. Я верю, что каждый из нас задумался. I believe that every one of us has begun thinking. Я сам, когда готовил это слово, я еще раз сам пересмотрел свою жизнь. I myself, when I was preparing this word, I looked in my life again. Я сказал, Господь, я буду говорить этому народу. And I said, Lord, I will speak to this people. Но я нуждаюсь, чтобы ты со мной тоже поработал. But I need you to work with me too. Поэтому мы будем молиться одной молитвой. So we will be praying the same prayer. Господь, помоги нам. Lord, help us. Помоги нам нуждаться в тебе. Help us need you. Получать твое слово. Receive, to receive исполнять your word, твоим словом. Fulfill your word. И чтобы твоя воля через нас на этой земле открывалась и исполнялась. And so that your word would be revealed and fulfilled. Если вы хотите этого, if you want it, Бог сказал Иеремии, воззови, я тебе отвечу. God said to Jeremiah, call out, I'll answer you. Но если вы не готовы весь этот процесс исполнить, but if you're not ready to carry out this whole process, просто подождите, пока мы помолимся. Just wait until we pray. Я серьезно говорю. I'm telling you spiritually. Не балуйтесь с Богом. Don't mess around with God. Если вы не готовы сами себя очистить, if you're not ready to cleanse если вы не готовы получить информацию, if you're not ready to receive если вы не готовы идти до конца, чтобы исполнить, if you're not ready to go to the end to fulfill, не балуйте с Богом. Don't mess around with God. Или меняйте мышление, или просто подождите. Either change your mindset or just wait. Потому что не будет иметь смысла эта просьба. Because this request will have no point. Воззови, Господи, ко мне. Call out, Lord, я to к me. Тебе взываю. I'm calling я to you. Я подумаю. I'll think. Надо мне это или не надо. If I need it or not. Я просто верю, что нам всем это надо. I just believe that we all знаете need почему? It. You know why? Потому что мы не выживем в это время, в котором мы живем. Because we won't survive in this time that we live. If there won't be a word from God. Помолимся. Let us pray.